Меня пленяет все. И свет, и тени, и тучи мрак, и красота цветка, упорный труд, и нега тихой лени, и бурный гром, и шепот ручейка, и быстрый бег обманчивых мгновений, и цепь событий, длящихся века, во всем следы таинственных велений, во всем видна Создатель рука. Лишь одного постичь мой ум не может. Зачем Господь в борьбе нам не поможет, не снимет с нас тернового венца? Зачем Он создал смерть, болезнь, страдания? Зачем Он дал нам жгучее желание грешить, роптать и проклинать Творца? Кто там вздыхает в недрах темной бездны, чьи слезы льются скорбно по лицу, кто шлет свой крик бессильный в мир надзвездный, взывая святотатственных творцов? Богохуленье ропот бесполезный, слова упрека от детей к отцу. Поймет ли человек закон железный, без вечных мук пришел бы мир к концу? Уже ли маловерным непонятно, что правда только в образе Христа? Его слова звучат светло и внятно. Я — жизнь и смысл, печаль и красота. К блаженству я пришел стезей мучений. Смерть победил я светом отречений. Только бы знать, что могу я молиться, что можно молиться, кому я молюсь. Только бы в мыслях, в желаниях слиться с тем чистым, к чему я так жадно стремлюсь. Что мне решение, и что мне страдание, и что мне рыдающих струн пропитание. Пусть буду я ждать и томиться года, безумствовать, падать во тьме испытаний, но только бы верить всегда, но только бы видеть из бездны преступной, что там, надо мной, в высоте недоступной, горит и не меркнет звезда.